Стало известно, что декоративная косметика может попасть в России под запрет. Все подробности у ведущей деловых новостей Юлии Бехтеевой. Роспотребнадзор разработал законопроект, который запрещает производство и распространение в России алкоголя в виде порошка. При разведении в воде он позволяет получить опасный спиртосодержащий напиток. И, как пишет сегодня «Известия», положительную оценку этому законопроекту уже подготовила Минэкономразвития. В заключении ведомства говорится, что под определение сыпучего алкоголя попадает и парфюмерно-косметическая продукция, в частности пудра, тени, румяна и сухие духи. В их состав входит отдушка, представляющая собой спиртовой раствор душистых веществ, говорят в министерстве. А кроме того, в некоторых видах может содержаться этиловый спирт, необходимый для дезинфекции. Российская парфюмерно-косметическая ассоциация «Известия» уже рассказали, что на порошкообразную продукцию содержания спирта приходится до 5% рынка.